Ой-ой-ой. Всем привет. Идем на тусовку. Но такой странный этот Лебянади. Сабьора. Не знаю, короче. Ту рекорди дови андаре. Коли парте. Ала че лунгамаре. Су лунгамаре, нон пердимай. No, bisogna girare a sinistra poi. E qua è impossibile. Mamma mia. Non c'è parcheggio, niet parkinga. Lebiano, Lignano, Sabbiadore. Pieno di macchine, milion машин. Паркинга нету, негде парковаться. Сегодня уже штраф заплатили 29 евро за то, что он забыл. Чуть-чуть задел это пешеходный переход задним. О, камамила! А, куа пробрико мечта. Здесь как будто город. Синбрау на чита куа. Но паркинга нет. Нет паркинга. Квачу Вита. Вита туристика. Сара дура. Дура, дура. Тя дата меле приняма такси. Altrimenti paghiamo altri 29 euro di multa e basta. Eh sì, ma dove? Mettiamo davanti bar. Да, девчонки, поставим перед баром и заплатим опять лучше штраф, чем вот так вот кружить, кружить. Толку никакого нету. О, какие девушки. Да, здесь... Qua vita proprio, pieno di gente. Мы, оказывается, Lignano di Pineta, а здесь Lignano di Sabbiadore. Sabbiadore это значит золотой песок. Нашли маленький кусок паркеджо на Лунгамаре. Оказывается, этот Lignano такой длинный-длинный. Столько народу в центре. Какой-то Бристол. Такое длинное море, длинное море, побережье. Ну, sempre bene. А chiuso questa volta porta? Porta chiusa. Ничего себе, такой огромный город оказался. Я думала, маленькая деревня. Оказывается, большой город. Даже не нашли паркинг. Полным-полно народу. Страда ди. Бибионе скрито. Желато Бибионе. Loro hanno anticipato il viale pedonale a 200 metri prima. Una volta si fermava con i travi qui. Hai capito? Bella questa strada pedonale. Tutto.
e dopo, hai più negozi. Alla fine delle colonne, c'è l'entrata. Oh, questi video. Tutto. Là c'è Porto. Sì, finisce qua. A destra c'è Porto. Sì, allora torniamo? Ecco. Ah. Qui c'è l'hotel. E qui a destra vai verso il. Oh, sì, sì. Qui c'è l'hotel, il famoso quello di hotel dove sono stato io. Sì? Speak German? Or English? Ah, no, sorry. A little speak English. Forse loro vogliono fare foto? Volete fare foto? No. Volete foto? No, thank you. Oh, che buio. Questo è bellissimo, mi piace tanto, tutto luminoso. Inizia e finisce il pedonale, arriva fino a Porto. È il centro Lignano di Sabbiadora. Степан злится. Chi vedi? Vediamo qua quanto costa. Вот такой вот вид из окна, добрый день. Девчонки, немножко хотела показать, какие у них здесь деревни морские, красивые, все. Полным-полно этих виллы. Оказывается, в 1973 или 1972 году случилось очень большое сильное землетрясение в Удине. И очень много людей погибли, и многие здания разрушились. И итальянское правительство восстанавливало в этот регион Удине. Это же море относится к Фриуле-Венеция, а не Венето. И построили все эти 70-х годах, построили все вот эти вот виллы. Поэтому я и говорила, что все здесь 70-х годов. Вот было видно. Вот такие вот дела. Идем на море, девчонки. Вчера нагулялись до часу ночи с 20-летними, потом выложу. Где там? Ой. Единственное, здесь вот эти корни деревьев выходят из тротуаров, корни деревьев, и все время спотыкаешься. Сегодня такой теплый солнечный день.
Вот такие вот виллы. Dobbiamo tornare? È il contrario. Смотрите, у всех вот такие вот маленькие вилетты. Бегают люди. Ошиблись. В другую сторону пошли. Он хочет найти дом, где жил раньше его друг детства, юности, куда он приезжал, когда был маленький, к ним домой. Оказывается, родители этого друга были очень состоятельные и купили целый палаццо в те времена, в 70-х годах, и теперь сдают, оказывается. И одну квартиру всегда давали сыну и другу его, моему другу. И они здесь все время тусовались, оказывается, в 70-х, 80-х, 90-х. Между прочим, этот... Смотрите, какие они все коричневые дома преобладают. Говорят, тогда вот после землетрясения за бесценок все понакупили, понастроили. Видите, как все, столько деревьев. Эта зона называется Пинетта. Все так красиво, зелено, виллы. Единственное, мне не нравится, когда дома темного цвета, как будто в Риме. В Риме все дома темный кирпич. Видите, какие виллы так из темного кирпича. Наверное, архитектор был какой-то Романо или из Модена. Поэсерки архитекторки реконструито куста чита допо теремота era uno romano. Uno sud italiano. Emilia Romagnola, perché anche Bologna, Modena, anche loro tutti così case. Tetti di villi. Ah, supermercato questo. Вот такой вот городок Линьяно Пинетта. Questa anche con batteria di solare. Ormai ce la facciamo, dai. Девчонки потеряли столько времени, чтобы он посмотрел на дом своего друга. Ой, я в шоке просто. Сегодня море получше, сейчас искупаюсь. Только что мы пришли. Привет всем, добрый день. Сколько мы 10 километров прошли пешком? Туда-сюда, туда-сюда. Полный пляж народу. Линьяно Пинетта.